Привет, я Наташа Сантера. Новый день, новый обзор. Аксессуары, у меня их миллион, две коробки все вываливается, я не могу остановиться и насытиться. Каждая новинка, вот я иду по улице, вижу у кого-то какую-то вещь, мне она нравится, я бегу на Алиэкспресс или на Джум, смотрю себе похожую по низкой цене. Вот в этот раз я обратила внимание на такие вот очки. Это марка Gdeam. Вот такой вот коробочкой не приходит. Я еще ее не открывала. Очень интересно, что внутри. Давайте посмотрим вместе на следующем видео. Очки приходят в фирменной упаковке. В комплекте очки, чехол для хранения, поляризационный тест, а также срез ткани по уходу. Поскольку мои очки имеют зеркальные линзы, такой срез ткани мне обязательно пригодится. Вы знаете, что не требуют повышенного ухода такие очки. Удобный чехол с логотипом. Можно затянуть мешочек. Давайте посмотрим на сами очки. Аккуратно упакованы. Люблю такую упаковку. Выполнены из цельного пластика, бархатистого на ощупь. Имеется логотип. Винтик утоплен глубоко, такие очки прослужат долго. Давайте посмотрим, пройдут ли они тест. Самолетика нет, самолетик есть. Тест пройден, отлично. Вообще очень люблю, когда мне приходят продукты в фирменной упаковке, обвернуты именно вот таким вот образом, очень аккуратно, очень качественно. Мне приятно, я даже готова переплатить какой-то доллар за презентабельную коробку. Вот такие вот мы девушки-транжиры, скажете, да? Но, честно говоря, это так, потому что чувствуется, что эти очки никто до тебя точно не носил, только что с фабрики, и их приятно как держать, так вообще... И сразу стоимость в моих глазах их увеличивается в разы. Ну что, дело за малым, осталось их примерить. Посмотрите, эта форма идет всем, как мужчинам, так и женщинам. Отличные, просто сидят неплохо, мне кажется. Надо пойти обязательно на улицу и проверить, насколько они классные. Кстати, я специально выбрала, думала, они будут в синеньком цвете, а они нет, они в зеленом, немножечко не попадают в тон. Ну ладно, поищем другую кофточку. Вот так гораздо лучше. Что скажете? Вообще еще очень люблю такие очки, когда они вот цельные. Их можно поднять, удержать ими прическу, и они не цепляются. Классные, мне понравились. Если эти очки понравились и вам, пожалуйста, переходите по ссылке. Я оставила ее внизу в описании. Спасибо, что досмотрели меня до конца. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ставьте дизлайк, если не понравилось. С вами была Наташа Сантера. Увидимся!